15 лет убежал из дома. Вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. Тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом. Ждем лета в старых квартирах. В старых квартирах, где есть свет, газ, телефон, горячая вода, радио, дочка, пол, паркет, санузел, раздельный дом, кирпичный, одна семья, две семьи, три семьи, много подсобных помещений, первый, последний, не предлагать, рядом с метро, центр, центр. Все говорят, но немногие знают, в каком. А из наших труб идет необычный дым. Стой, опасная зона, работа мозга.